Ну что, ребят, всем привет, это Headlander. Давайте посмотрим ретро-фантастическую стилистику 70-х в 2D таком платформере. Посмотрим и сделаем первый взгляд, сделаем новую игру, перезапишем слот. И у нас здесь есть выбор своего героя. Это шлем, не пугайтесь, шлем и голова человека. Давайте возьмем, наверное, старичка. Вот такого вот старичка, старичка-боровичка. И продолжим путь и прохождение. Космический корабль. Звездофак. Почему звездофак? Есть ньюфак, а есть звездофак. Отлично. Такая музыка реально старинная. А, и вот это вот присутствие всего красочного. Посмотрим, насколько игра может нас завлечь. Оу, такое ощущение, что это полная наркомания. А нельзя было без этих ярких, фантастически ярких цветов? Проснулся. И я подключился. Теперь ты можешь слышать меня через радио в шлеме. Знаю, у тебя много вопросов, но даже не пытайся заговорить. А он не может, потому что у тебя нет легких. Ты только что из стазиса, и вряд ли много помнишь. Это будет не просто переварить, но адские колокола опять пастыри. Тебе тельца найти. Классно, мы теперь головой можем искать различные тела. А это тела роботов или что? Ну, в общем-то, да, вот так вот мы подключаемся в какое-то тело. И можем управлять им. Обалдеть. Да, это же ничего не человеческое тело. Добро пожаловать в будущее. Отличное будущее. Не хотел бы я такое будущее. Ходишь головой, ищешь тела и двигаешься. Не очень понимаю, почему, но Мануфусаил хочет тебя видеть. Вы должны покинуть этот корабль. Не волнуйся, я буду твоим проводником. Кстати, меня зовут Эрл. Видишь эту крысиную нору? Это они сделали. Инопланетяне. Запустить голову. Куда ты ее собрался запускать? Полетела родная голова. Вот это тебе и Headlander. Поехали. Ой, я врезался. Простите. Головой мы можем летать. Обалдеть. Пристыковочка. А, вот здесь уже человеческое тело. И в руке есть какой-то лазер. Я Рот, и автоматических дверей. Для прохода требуется красный уровень доступа. Хм, красный... А, ну да, у меня в руке красный уровень доступа. Эта униформа скорее цвета пыльные розы. Просто стреляй в дверь. Твой красный лазер все сделает. Давай. Ладно, красный уровень подтвержден. И зачем я вообще стараюсь быть скрупулезным? Не знаю. Гиперлаунж. Прицелиться лазером, стрелять. Ого, смотрите, какая графоуни. Он наступает на траву, она прям мнется вся такая. Ну просто вообще. Аберрация вырвалась на свободу. Пустыри изучить. О-оу, Мануфусаил идет за нами. Нам нужно торопиться. А кто такой Мануфусаил? Он плохой? Ой. Запустить голову. Полетели. А как... А, я же понял. А, в общем-то, игра головоломка. Есть разные ключи. Держите, чтобы точно прицелиться. Пинч. А он умирать-то собирается? Полетели. Ты охренел, что ли? На, держи. Прикольненько. А почему двери не открываются? А, улетаем. Состыковочка. Корабль поврежден. Ну и ладно. А что, это тело нельзя добить? Слушайте, графа прикольная. В смысле не графа, а эффекты. А, мы бегаем по разным уровням. Спасательные челноки. Блин. Эти защитные лазеры блокируют путь к спасательным капсулам. Тебе нужно попасть на мостик и вырубить их. Офигительный перевод. Те. Не тебе, а те. Осторожнее, у этих пустырей есть головы, и они будут рады встрече с тобой. А эти уже как роботы. На это отключить защитные лазеры.
Ну и что творят? А, он нам в отражение влупит. На, держи. Ой-ой-ой-ой-ой, на, держи. Улетаем. Улетаем. Присоединяемся. И что у нас здесь? Мостик. Запустить голову. Она сможет прилететь здесь? Она сможет прилететь чуть повыше. Ой, извини. Задумка, конечно, сумасшедшая, что они курили при создании этой игры. Похоже, это полуоткрытые двери заклинило. Тебе придется пройти под ними. Давай, мы умеем в игре перекатываться. Отлично. Хотел бы я попробовать вот этого робота. F-удар. Ну-ка. Чикс. Бэм! Нет, что ли? Отлично. Отличный взрыв. А я сам? Ничего не повредил. К счастью или к сожалению, этот лазер неисправен. Сможешь и исправить его позже. Хорошо, но тогда полетели. На следующий верхний мостик. И через капсулу. Это люк блокирует путь. Главное не потерять голову. Хотя я засек трансформаторный узел неподалеку. Небольшой разряд поможет твоему котелку. Давай. Как сандалить? Пристыковывайтесь к трансволокну. Отлично. Активировать трансволокно. Я считаю, что это, наверное, что-то наподобие апгрейда. Ой-ой-ой. Транс что-то там началось. Судя по всему, этот разряд включил твой вакуумный генератор. Используй его, чтобы выдергивать разные приспособы. Ну, давай попробуем выдернуть. А где, куда? Используй свой насос. Отлично, насос. Насос отлично сделан. Поехали, куда дальше? Давай же. Отсосать голову. Нормально. Теперь я могу отсасывать головы. Пустырики выдвигаются, как говорится, да? Тихо. На, держи. Ай. Твой шлем восстановит. А, понял, они главное, чтобы по мне не попадали. Забираем. Смотри, что делает. А как по нему попасть? Не могу по нему попасть. Вот, держи. Отлично. Ну что, открывайте. Уровни на самом деле интересные в плане их прохождения. Лазеры всячески красный доступ. Поздравляю. Лазеры во всякие стороны откидывает. Подожди, а что? Спасательные челноки защищены. Ну, понятное дело, что этого не надо было делать. Хм. А что мне сделать-то тогда? А, вы опять здесь, что ли? Подожди, я что-то не понял. На тебе. По пузу. Отлично. Хорошо. Может быть, здесь нужно что-то включить? Во. Обнаружены нарушители. Все. Контрольную будку я нажал. И теперь, наверное, смогу здесь спокойно пройти. Нет, нифига. Нифига. Здесь башку отбил. Давайте попробуем высосать у него голову. Ну-ка, отдай голову быстро. Во. Была голова? Нет головы. Подожди, ну что-то нам нужно делать. Я ее что-то навключал. А что навключал, не знаю. Прочь! Я не открываюсь маленьким летающим головам. Нифига себе. Красный уровень, доступ разрешен. Ну-ка, давай долетим. Ах ты хитрый жопошник. Нифига неправильно. Что-то я немного не понимаю. Текущее положение мостик. Контроль безопасности. Спасательные челноки. Обнаружены нарушители. И что? И что он постоянно нажимает и хочет этим доказать? Может быть, нужно где-то хорошенечко встать? Нет? Нет. Поехались. Ого! А это что за маска? И куда она? Прочь! Ну-ка. А я ее не хочу туда кинуть. Ах ты падла!
А эту штуку как с собой взять? Вот эту вот. Вздох. Открываюсь. Подождите. Подождите. Ну что, все нормально стало? Нет, походу, дело нормально не стало. Обнаружены нарушители. Давай попробуем опять в ту комнату. Может быть, ее нужно было выкинуть на лазеры? Нет, ее нету. Опаньки. Получилось. Красава. Опаньки, какие-то роботы. Электрососы. Прям как пылесосы, блин. Ты новый сержант? Запасной взвод пастырей. Ну ё-моё, откуда эти опять запасные пастыри? Тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас рванем. Улетаем. Забираем вот эту штуку. Давай. Насос откинули. Подсоединились. Активировали авиалифт. Улетели. Иди сюда, падла. Выкинули голову, присоединились и пошли дальше. А, подожди, не работает? Понял. Мы сейчас с перекатом поедем. Все, поехали. Ух ты, сука. Вверх меня, пожалуйста. Ай-яй-яй, кончается же. Где ты меня там рубишь-то? Во, нету у тебя головы и не было никогда. Проходим дальше, перекатываемся. Отлично, что там было? Какой-то звук был непонятный. Как будто что-то отключилось. Полетели. Я уже стал понимать, как быстро проходить в этой игре уровни. Я уже на автомате просто играю, летаю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, голова! Голова! Вы что, охренели? Этому попало по голове. Этому попало по голове. И улетаем. Спасательный чулок внизу, пишут. А зачем я тогда налево иду, если спасательный челнок внизу? Так, так что посмотри на уровень повреждений, они не могут себя, говорит, ремонтировать. Я очень рад. Без паники. Корабль поврежден. Ясно. Но если ты говоришь, что они не могут себя чинить, но я также и не могу сюда заехать, или могу? Могу. А будут ли какие-нибудь инопланетяне, допустим, почему все в основном роботизировано, или боссы? А то бегаю по уровням красным родом. А мы, по-моему, обратно бежим, так не кажется? Вот так вот можно столкнуть? Полетели. Я же обратно лечу, а зачем обратно? Еще раз. Там нужно было вниз полететь, я уверен, что нужно было вниз полететь. Там было написано, что челноки внизу находятся. Да, не так-то просто. Там кто-то смеется. А это белый. Ясно. Там уже все. Стазис остановлен. Ну-ка, давай попробуем в этот залезть. И попробовать вот сюда. Стазис остановлен. Без паники. Че это он как-то перебирается? Странно. Подожди, а я все равно дальше не смогу пройти. Там ни лифта, ничего нету. В своем белом теле, я имею в виду. Ну давай попробуем вниз прилететь. Вот, вот как я здесь полечу. Здесь меня просто разнесет опять и все. Поэтому я пойду лучше аккуратным путем. В гиперлаунже мы были. Жалко, карту нельзя посмотреть, ребята. Тут были. Сюда мы не можем пройти, как обычно. Ладно, я сейчас на палубе тогда вниз улечу. Ой, на челноках вниз просто улечу. И посмотрим. Чикс. Так, здесь мы были. Системы все отключены, кораблю полная задница. Куда он побежал-то? Вот здесь полетели вниз. Высасываем голову. Ладушки, мы добрались до спасательных капсул, пора убираться. Это ты хорошо сказал. Фига, я у него выбил голову с двух выстрелов прямого попадания, когда летел. Валим отсюда, где челнок? Челнок один готов. Челнок, ты где? Вот он, челнок. Стой, подожди. Что? Я могу... Что это за бред? Я могу управлять. Уходи.
присоединился в челнок, запустил. И что, полетим сейчас, да? Давай, 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 спасательный челнок. Моща набирается. Двигатели все работают, и в открытый космос. Вперед. Да, курили неплохо, когда создавали игрушку про космос и про летающую голову. А эффекты 5 с плюсом. Лучше не оставлять за собой следов. Послушай, за всей этой неразберихой стоит Мануфусаил. Чё-то вроде продвинутого компьютера, который построили очень давно. Он контролирует все вокруг. Ты, наверное, думаешь, где же все люди? Нас осталось совсем немного. Когда-то давно человеческие сознания пересели в роботизированные суррогатные тела. Война превратила мир в непростое место для существования, и суррогаты были способны жить вечно. Прикольно. Ты вполне можешь быть единственным созданием из плоти и крови. Мы с кое-какими ребятами хотим избавиться от Мануфусаила, чтобы восстановить былое величие человечества. Я не знаю, кто ты, почему ты здесь, и что конкретно хочет от тебя старина Мануфусаил. Но думаю, что сообща мы сможем это выяснить. Упс, кажется, эта капсула движется прямо к охраняемой посадочной палубе. Попробую-ка я сменить курс. Сейчас врежемся, да, по ходу дела, прям в базу. А в этой базе, значит, тоже людей нету. Вот люди, да, блин, кадры, просто убирали свое тело, оставляли тупо мозг и переселялись в роботизированные тела. Что он там делал с этим, со своими губами? Это, конечно, немного подстава. Хедландер. Хедландер. Да уж, летающая башка от души. Летающая башка. Дай пирожка. Открыто достижение, ребят. Заря человечества. Прям заря. Кто только не придумает в 21 веке. А, опять этот шум. Меня слышно? Меня слышно? Это я, Эрл. Твоя головёха в порядке? Ну, вроде как. Нам нужно поскорее убираться с этой станции, пока не схватили пустыри. О, другие уровни уже. Классные. Я думал, похожие все уровни будут. Найти путь к порту удовольствия через какие-то там трубы. И головой опять полетели. Ах, куряхи. Ого. Мы в порту удовольствия. Здесь ты встретишь множество граждан. Не принимай за свой счет, если покажется, что у них болты не в порядке. Мануфусаил установил их в котелке чип под названием Омега-камень. Эта мерзкая маленькая штуковина не позволяет им чувствовать или нормально думать. Я заметил, что здесь, блин, пахнет просто задницей. Какие-то куча лампочек. Очень красиво. Собирайте энергию, чтобы получить очки улучшения. Можно улучшать голову? Ты серьезно? Да ну на! Тогда я люблю эту игру, если есть какие-то RPG-составляющие и какие-то улучшения. Так что они будут давать? Дай-ка попробую включить твою карту. О, другое дело! У нас есть карта, в которой мы можем потихоньку двигаться. Все хорошо, спасибо. Значит, уровни будут огромные. Что, наверное, не есть хорошо. Может быть и хорошо. Главное, нам сейчас здесь раньше времени не отлететь. Нажмите Tab, чтобы потратить очки. Улучшение. Уже установлено. Объедините силовые ядра, чтобы перенаправить мощность на повышение силы рукопашного боя. А я все равно только могу только эту прокачать. Круто. Сила удара увеличена. Не могу с этим драться. Ёперный театр. Аккуратненько улетаем. В твоем шлеме предусмотрена функция добычи энергии самых разных штуковин. Ты можешь использовать свой насос, чтобы открыть этот футляр. Да я уже открыл его. Увеличить здоровье шлема. Улучшили шлем, полетели, блин, дальше. Здоровье шлема увеличено. Ну-ка. А эту штуку не расплавят? А если я эту штуку с собой возьму? Эй! Взорвали мою штуковину. Ой, было больно. Надо отрегениться. Регенимся. Все, отрегенились. Собираем дальше.
полетели вниз и что, попали прямо в какую-то комнату? Жижа! Свет такой светлый. Я могу видеть сквозь время. Вы что, больные? Ты можешь прикреплять голову к их гражданам. Не волнуйся, их разум автоматически загружается в новое тело, если что-то пошло не так. Ну-ка. А, нельзя, что ли? О! Круто. Ну, задачка. Получить сигнал. Я свой, нормально. Я человечишка. Мне необходимо твое присутствие в спутниковом шале. Может быть, зале? Там мы сможем его испробовать. О-о-о, телепортация. Куда-то меня там наворачивает, переворачивает. Подожди, а там что? Ай-яй-яй, не-не-не, нормально все. Показать карту, куда мне надо идти-то хоть, я даже не понял. А я могу туда полететь? Ага, конечно. Улетел, сколько роботов, все типа счастливы. Блин, это страшная игра на самом деле. А если я вот так вот сделаю? Ага, в эту штуку как попасть-то? Давай попробуем вниз. Потом мы пойдем, наверное, наверх. И попробуем в правую точку. Привет, это что, столовая? Вы прибыли в порт удовольствия. Хотите узнать больше? Да давай, не болтай, я могу спокойно здесь пролететь. Что ты мне тут рассказываешь? Не ссать, я могу здесь по канализациям полетать. О. Ну-ка. Собрать энергию. И что, уровень? Давайте проверим уровень. Улучшение. Нужно 2 очка, чтобы удар был еще сильнее. А если я смогу сюда? Не смогу. Дверь открывается для тела лазера соответствующего цвета. Здесь красный цвет. Значит, мне нужно как-то заманить солдата. Опа-на. Солдата нужно заманить сюда, да? А где мне найти здесь солдата-то? Робот, здорово. Дай-ка за тебя похожу. Загрузить данные системы мини-карты. Вот это другое дело, ребят. А давайте вот сюда снизу еще пройдем. Нужно было сразу этого робота взять. Мини-карта обновлена. Спасибо. При помощи этого робота я запалил всю карту. Путь удовольствия открыт всегда. Джин-джин-джин-джин. Поехали. А можно быстрее как-нибудь, нет? Нельзя? Ну ладно, мы и так доедем. Куда карта ведет, непонятно пока. Еще можно наверх, вот сюда. А, ну здесь... А, можно было через верхнюю сюда долететь. Здравствуйте, мадам. Мир роботов. А, здравствуйте, ребята. И я, пожалуй, наверх вот тут улечу. И здесь, конечно же, секреточка. Стреляй давай, отлично. Стреляй давай, отличненько. Подожди, все взял? Все взял. Опаня, опаня, что это было? Увеличить скорость шлема. Прикол. Я теперь могу теперь быстрее летать, да? Ага, я стал маневреннее. Апгрейды стали получше. Все, хорошо. Что, на машинке поедем или на голове? Наверное, на голове поедем. Ага, поедешь ты на голове. Да не-не, нормально, я свой. У этого робота неплохая броня. Сейчас можно попробовать залететь вот сюда и поверху. Посмотреть, что там получится. Жалко, нельзя чуть побыстрее на этом роботе поехать. Какой-то он немножко долгий. А так прикольно, я бы поиграл бы. Все зависит от вас и ваших лайков, ребятишки. Наверх. А, давай соединимся. Ага, конечно. Бородулька. Я могу наоборот сюда попасть, но здесь нужен красный доступ. Подожди, а сюда я не пройду, нужен... А все могу пройти, а что за дела-то? Я там, значит, в канализационном отсеке как-то очень плохо смотрел все. Сейчас заценим. Полетели. Здесь сюда. Карту, главное, мы нашли. Здесь сюда. Ну и вот, и в чем проблема-то? Здесь наверх. Вот. Поехали. И не нужны мне никакие красные ключи доступа. Когда я могу здесь просто вот так вот. Чинкс. Здравствуйте, я снова здесь. И здесь я могу в правую. Ну-ка, дайте мне кто-нибудь голову. Отдай голову. О, отличные турбины. Да, вот здесь вот проход. Меня зовут Рот. Требуется красный уровень доступа. Да не ссы, я уже нормально все.
Я могу видеть сквозь время. Я, конечно, вот как, какая красота вот эта. Блин, стилистика отличная. 70-е. Только 70-е здесь ничего не вижу. Двигаемся дальше. Спутниковым шале, что ли? Ну-ка, давай наверх. Подожди, а что по карте у нас? А если я просто тупо вот так вот взлечу и посмотрю, что у нас тут? У нас тут какая-то синяя девочка. Синяя девочка, что это значит? Нифига себе, я никак не могу забрать ее мозг. Мой маленький песик пропал, мне нужно, чтобы его нашли. Маленький, классно. А, новое задание, найти пса Фрэнка. Ты его не пропустишь, у него очень заметный ошейник. Хорошо. Понял. А подожди, а почему я не могу, допустим, облететь вот с этой стороны? Ах, нифига себе. Хитрая какая. Ну чё, давай спустимся, где знак вопроса. Отдай-ка мне голову. Спасибо. Просто отрываю головы. Ты нашел телепорт средней дальности. Как только найдешь еще несколько телепортов средней дальности, сможешь между ними перемещаться. Круто. Телепорт средней дальности. Классный телепортик. Мне, пожалуйста, в правую часть карты. Здорово, мужики. Ой, бабы, или кто вы? Опаньки, опаньки, опаньки. Подстава, да? Кальянная комната. Ни хрена себе кальянная комната. Какая-то сумасшедшая комната. А вот и красные бездари. Стоп. Не гражданин. Ты что творишь? Ну-ка, всем стоять. Сейчас я могу проходить через красные двери, да? Держите рядом с укрытием, чтобы спрятаться. Нифига себе. Пинч. Эй, я тебе по башке же попал. Тихо, тихо, тихо. Я что-то не понял. Откуда у вас столько здесь? Держать по хедшотам. Там случайно не пес? Ай-яй-яй-яй. Тебе что надо-то? Я тут хотел пса увидеть, но что-то попасть не могу. Электрососос доступ. А я могу как-нибудь этого электрососа взять? Здесь я могу ныкаться. Прикольно. Е доступ. Проверка омега камней. Ничего здесь нельзя проверить. Поехали дальше. Где песик-то найти? Я, по идее, примерно понял, где песик. Ай! Ай! Ну-ка давай, вот, не получится. Режим тревоги включен. Ой-ой-ой-ой-ой. Где-то неподалеку должен быть что-то, чему ты сможешь прикрепить. Башку свою, да? Так, давай-ка, пожалуйста, вот так вот. Ясно. Ясненько, попал. Омега-камень, ну-ка сюда сможем полететь? Омега-камень не обнаружен. Да ладно, ладно, подождите вы, сейчас я ухожу уже от вас. Вот пристали, а? О, еще одни апгрейдики, ребят. Секретный уровень. А как пройти? А как пройти, а как отключать? Я не умею отключать, к сожалению. Может быть, нужно где-то найти пульт? Тихо, 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 тихо. Вот эта бочка не зря стоит здесь. А нет, он ее просто расплавит и все. В этом я уверен на все 100. Но не получилось. Не срослось. Омега-камень. Да все, я свой, вот он же я. Отстань, я заблокирован. Только не меня. Ну что тебе не нравится-то? Смотри, я не могу, говорит, ходить здесь. А что надо сделать? Подожди, что-то я не понял. Комнату закрыли, и там вон песик есть. Инспекция Омега Камень. А что я должен сделать? Вы вообще с кем разговариваете? Здесь ничего высосать не могу. Здесь нигде прохода нету. Открывай давай головы. Здесь тоже ничего не могу пройти. Тревога! А лучше уноси ноги.
Странно. Куда мне еще уносить ноги-то? Большой бадабум. А, подожди, давай попробуем тебя поставить здесь возле двери и попробовать тебя взорвать. Получится? Ничего не получилось. Странно, куда я могу попасть? Сюда не могу. Сюда не могу. Странно. Уходи, говорит, закрыто. Куда идти? Ладно, а если я пройду быстренько через лазер, он не меня сильно покоцает или нет? Была не была. Угу, понял. Понял. И что, все нормально сейчас? Омега-камень не обнаружен. Какие омега-камни? Дайте кто-нибудь голову свою. И все, и как пройти? Где ты вообще... А, вот этот вот омега-камень, ё-моё, я его даже не увидел. Деактивировать сканер. Уроды, блин, а. Эй, башка, ты охренел, что ли? Ну-ка, дай голову. Здравствуйте. Это я. О. Хорошо, ты спутником Шале, тебе нужно откалибровать 5 спутниковых тарелок. Тогда мы избавимся от помех, я смогу помочь тебе убраться из этой станции. Псина, стой! Это ты-то псина или нет? О, у тебя хороший ошейник. Я, конечно, понимаю, что нужно откалибровать. Псина! Побежали! Тик-тик! Я песик. Я хочу к хозяйке. Я тот самый песик. Эй, только не стреляйте по мне, пожалуйста, а? Я слишком продвинут для таких примитивных созданий. Эй, кто еще примитивный? А здесь можно пройти? О, клево. Эй, ну опять начинается. Да как проходить-то вот эти... Господи. Как отключать? Ладно, поехали. Отдадим собачку. А сколько я могу уже поинтов качать? Сейчас зазырим. Чик-чик-чик-чик. Эйфория. Можно как-то быстрее, допустим? Не, ну определенно у разработчиков этой игры есть вкус. Это определенно. Здравствуйте. Я знаю, опять потерял свой ошейник. И чё? Пёс Фрэнк найден и возвращен Юдори 5. Я понимаю, что он возвращен Юдори 5. Ам-ням-ням-ням. Вот сюда, если красным прийти, что будет, не знаю. Ладно, полетели. Ага, ты не можешь меня пропустить, потому что нету головы, да? Вот есть голова, поехали. Теперь я обычная гражданинка. Ну что, в принципе, ребят, я думаю, что смысл игры понятен. Эй, что такое? Лазеры. Лазеры, о нет. Чикс. А можно как-то ударить? Ладно, я пошла. Эй, уйди. Тихо, 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 тихо. Все, я пошел. Теперь я штурмовик. Смысл игры, я думаю, понятен. А что они в очереди стоят? А, и если вы хотите видеть прохождение на моем канале данной игры, то не забывайте ставить ликосики наверх. Давайте сначала... А, вон там запретная зона была. Давайте сначала чуть левее сходим. Сейчас я уже думаю, наверное... Наверное, не дойду. Это что такое? Что за хрень? А, это типа починили меня и все, да? Круто, медпункт. Я могу взлететь и посмотреть, что у нас находится здесь. Полетели. Отличненько. И здесь у нас... Активируем... А, это апгрейдики. Сейчас будет чекотно. Ни хрена себе, какое количество разрядов. А, энергощит отражает лазер, но быстро расходит энергию при получении урона. Вот так, чикс? Ага, конечно. А, подожди, я должен его включать. Давай. Прикол. Ты раньше мне не мог так сказать?
что можно так делать. Во, круто, теперь я могу убирать лазеры. Слушай, ну а ты раньше не мог мне так сделать? Я там бы прош... Эй, ты откуда вообще взялся такой? А, и прицел у него двойной. Вот, в запретную зайдем в зону. А, я понимаю, что Шепард, все дела, так. По башке, так. Ты чё, не помер, что ли? Фига ему по спине надавало. Так, нам наверх, пожалуйста. И левее. Во, здесь мы можем выбрать, да? Выбрать точки перемещения. Так, порт удовольствия. Порт удовольствия. Хорошо, и мы здесь. И мы сейчас можем вниз пойти. Ну, я понял. Ну что, ребят, с вами был Лего. Не забываем подписываться на канал, лайкосить. Всем пока-пока.